Всем привет, особенно тем, кто переживал за мое здоровье. У меня все отлично после съеденного арбуза. Просто вы смотрите по старинке на старые ресурсы и устаревшую информацию, не замечая глобальное потепление. Даже в Астане весь июль стоит температура плюс 30-38 градусов. Представьте, какая ситуация в южных регионах, где произрастают бахчевые. А сейчас я иду в Смол, чтобы купить дыни. Обычно у нас в Астане продаются два сорта. Это торпеда и колхозница. Выясним, какая из них вкуснее, какая поспела. Есть еще третий сорт, называется Амре. Его обычно привозят аграрии Кызылординской области. Но он, скорее всего, будет уже в августе или в сентябре. Колхозница в Смоле стоит 319 тенге за килограмм. А торпеда 399 тенге за килограмм. Смол, как всегда, обманул с ценами. Здесь на витрине написано 319 тенге за килограмм колхозница, а на весах 409 тенге за килограмм. Разрезал дыни. Хочу отметить одну вещь. Нет аромата. Обычно, когда разрезаешь дыни, аромат такой идет. Помните, как те же огурцы разрежешь, и такой аромат наполняет квартиру? А здесь этого нет. Так, сначала пробуем колхозницу. Вкусно, но нужно еще, наверное, чуть-чуть подождать. Еще не до конца поспело. То есть верхний слой тоненький, он уже сочный. А вот чуть ниже уже твердовато. Теперь попробуем торпеду. Торпеда аналогична. Верхний слой, ну, буквально сантиметрик, уже такой спелый. А чуть ниже уже твердовато. Но вы и сами видите, что зеленый оттенок. Возможно, именно мне попались такие дыни, но мне кажется, можно еще чуть-чуть подождать с дынями. Всем приятного аппетита и отличных покупок.